Всем здравствуйте, друзья, я Хайскаллер, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Спор. Точнее, мы не поиграем в нее, мы начинаем прохождение этой игры. Это не первое прохождение на моем канале, потому что одно прохождение в закрытом доступе. Вот, и вы никогда не узнаете, что я проходил. Ну, только старые зрители узнают, потому что я проходил эту игру, когда у меня было где-то 15 подписчиков. Вот так вот. Ну и эта игра вообще не набирала просмотров, поэтому я ее забросил. Вот, я снял по ней две серии. Ну, вот, и буду скрывать для вас, что это за игра. Ну а сегодня я начну Спор играть, потому что Спор — это очень прикольная игра. В нее до сих пор играют, в нее до сих пор проходят и популярные ютуберы, и непопулярные ютуберы, поэтому я решил снять ее. Ну что ж, давайте начнем. Для начала нам нужно выбрать планету. Давайте посмотрим, какие у нас тут интересненькие планетки есть. Ну, вот это похоже на Землю. На Землю, точнее. Вот это вот болотная какая-то. Синяя просто. Красная просто. Смешанная какая-то. Вау, а это вообще... Ну, мне больше всего нравится синяя. Окей, давайте, значит, синюю. У меня, кстати, установлены космические приключения, так что... Нажимаем на этап клетка и выбираем, мы будем травоядными или платоядными. Давайте платоядными, но для начала, блин, для начала я должен зайти в настройки. И, блин, где настройка звука? Вот. И я должен общую громкость понизить. Вот так вот. Все, отлично. Надеюсь, будет нормально, потому что я знаю, для вас это очень громко, не как для меня. Ну и поэтому давайте будем платоядными. О, мне как раз нравится этот пацан, он прикольно выглядит. Окей, давайте на... сложности стандарт и поехали. Как у нас будет название планеты? У нас название будет планеты свернутый рулет. Почему бы и нет, свернутый рулет даже рифмуется. Ну и давайте смотрим вставку. Прикольно, мне понравилось название. Ну и смотрите видеоролик, хотя его видели миллионы человек, которые смотрели хотя бы даже, да, играли в Спор. И мы падаем в море. И миллионы таких же кусков, как и мы, падают в море. И этот кусок... Это как раз таки мы. Этап клетка. Все решения, которые вы принимаете, влияют на жизнь существа. Основная задача на этапе клетка – питаться, расти и развиваться. Рост существа виден на индикаторе развития в нижней части экрана. Я это все знаю, я проходил уже Спор. Ну, не полностью, конечно же, но... Это индикатор развития. Потребляя пищу, клетка будет получать баллы ДНК. Эти баллы можно тратить на новые фрагменты. По мере развития существо становится все больше, а мир вокруг него расширяется. Окей, начинаем жрать все, и как раз таки, как назло, около нас трава, хоть мы и жрем мясо. Окей, хотя вот, смотрите, куски мяса, много кусков мяса лежит, поэтому давайте их и жрать. О, смотрите, тут какие-то, стручочки, окей, какие-то стручочки сидят. А, они травоядные, окей, они нас не могут есть, поэтому мы можем их сожрать. Ну и давайте же начнем жрать стручочка. Я живодер, я тварь, вот, я скотина, я всех убиваю, ну, неважно. Давайте опять продолжать есть мясо, и смотрите. Другие клетки и обломки метеоритов могут стать источниками новых фрагментов, каждый из которых может развить определенное что-то там. Когда обнаружите новый фрагмент, подплывите к его пиктограмме. Боже мой, я хотела сказать, что тут уже появились те монстры, которые уже могут биться, ну, те клетки, которые уже могут драться, и поэтому давайте возьмем вот этот фрагмент, это шип, атака и разрушение, ну и давайте додеремся с этим вот парнем, он сразу от нас убегает, ой-ой-ой, к мамочке пошел жаловаться, говно собачье, и смотрите. Используйте зов, чтобы найти партнера и открыть редактор. Нас просят нажать, ну и давайте же нажмем. Что это? Там нас ждет наша любовь, да? Давайте стручочка по дороге съедим. И вот она, наша любовь. Любовь, боже, почему я заикаюсь на этом слове? Именно на этом.
Окей, и мы высадили яичко, яйцо, яйцище, вот так, зайчище. Редактор клеток, для выбора режима пользуйтесь кнопками в верхней части редактора, не забудьте выбрать окрас. Окей, я это все знаю, и давайте же поставим шипы. Куда же нам поставить шип? Давайте поставим, давайте поставим вот это вот мы поставим вот так. И шип вот здесь. И все, у нас ДНК не хватает, да? Хотя зачем нам шип? Лучше, знаете, лучше... А, нам не хватает ДНК, чтобы сделать себя быстрее. Ну тогда сделаем два или один. Два шипика, давайте. Два шипика, вот такими мы будем. И давайте поменяем раскраску, потому что раскраска мне не нравится. Давайте желтеньким будем, может... Нет, желтенький это хуже. Давайте вот таким. И нет, мы на девочку похожи, фиолетовый. Ну да, давайте фиолетовым быть, почему бы и нет, отлично, отлично. И, а, название, название нашего персонажа. Почему бы и нет, давайте будем толстолобиком. Толстолобик, мы будем толстолобик. И описание, описание нашего персонажа. У него очень толстый, толстый лоб. Вот так вот он, метки. Говнюк. Все. Вот так вот. Начинаем игру. За толстолобика. Это невероятное приключение толстолобика, который родился. Вот так вот. Итак. Мы фиолетовый. И мы толстолобик. Окей. Начинаем нашу игру. И здесь мы видим... Кто это, кстати? Я не прочитал так его название. Блин, он меня ударил сильно. Как его зовут? Блин, я хочу его название. А вот, Золоток. Золоток. Лоток? Лоток. Лоток. Какого фига? Ладно, неважно. Мы его сожрали, и давайте еще жрать мясо! Нифига себе, это кто? Это живун! Иди нафиг! А хотя я теперь такой, как он, поэтому... Иди сюда! Иди сюда, нафиг! Иди сюда! Все, его сожрал! Поняли? Иди ты сюда! Что? 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 Ты траву ешь, да? Зря ты таким родился. Лучше бы ты жрал мясо. Ты со мной сейчас поборолся. А ты что? Ты что? Теперь не такой, да, большой живунище? Теперь я больше тебя. А ты хотел меня съесть, да? Хотел меня съесть. Ой-ой-ой, боялся меня. Но я вырос, говно собачье. Иди сюда. Иди сюда, говно. Ого. На заднем плане, фига себе, там рак какой-то. Я обосрался, ё-мо. Он здоровый такой. Почему он нас не ест? Хотя он нас, наверное, не видит. Мы же клетки все-таки. Блин, вот это у нас бой долгий с этим парнем. И все, мы его съедаем. Отлично. Мы его съели. Съели много мяса. И все, мы еще больше стали. Отлично. Теперь я вижу какого-то чумазика. И кто это? Шустер. Давайте Шустера убьем. Шустер, иди сюда. Драться будешь? Будет. И нам выпал ускоритель. Отлично. Мы убили чувака с новым фрагментом. И теперь у нас есть ускоритель. Отлично. И еще раз его убьем. И еще раз пожрем. Хорошо. И вот здесь есть... кто это? Блин, как его? Чумазик. Да, чумазика тоже съедим. Вот так вот его всего. И мы уже перестаем видеть... А, нет, меня сейчас съедят, блин, мы перестаем видеть тех стручочков, потому что они слишком маленькие для нас теперь стали. Их поколение слишком маленькое теперь для нас. И тут какие-то, ё-моё, спидстеры появились, они такие быстрые, они такие здоровые. Нет, 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 он за мной гонится. Драться хочешь? Давай, драться, 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 давай, драться, драться, драку, драку хочешь, да? На, получай. Нет, он меня съел. Ну, блин, так нечестно, он слишком здоровый был. Что это такое? Ладно, неважно, давайте съедим вот этого маленького чумазика, он уже для нас теперь маленький и... Ё-моё, лучше мы возвращаемся назад, здесь тыкалка. Да, чё я не убегал? Блин, не, я еще жив. Чё, я не убегаю, точнее. Блин, сколько у меня жизни, сколько у меня жизни. Меня же сейчас убьют, меня же сейчас убьют. Нет! А! Нет, 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 нет. Тут еще какой-то здоровый чувак, который высасывает кровь. Блин, блин, он спас мою жизнь. Он спас мою жизнь. Да нет, ну только не ты. Ну чё ты меня бьешь? Чё ты меня бьешь? Вот, нашел какого-то шустрого маленького. Наконец-то я по кого-то прожил. Да нет же, не жри его. А, ты травоядный. Ну ладно, тогда я тебя сожру. Наконец. И новый фрагмент. Реснички. Отлично. У нас появился новый фрагмент. И давайте съедим вот этого перепонника. О, его так зовут. Нет. Лучше не будем его есть. О, смотрите. Мой собратик. Привет, толстолобик второй. Я больше тебя, толстолобик. Почему ты такой маленький? Хм, не знаю, не знаю. Давайте позовем, кстати, брачным зовом свою любовь. Да блин, опять заикаюсь, но я там долго зашла.
И поставим себе то, что мы уже нашли. Или же стручочки поставим, не знаю. Сейчас все посмотрим. Итак, выкладываем свое клеточное яйцо. И у нас появился ускоритель и реснички. Отлично. Давайте продадим вот это вот, чтобы у нас было 36. Вот, 36 ДНК, чтобы мы поставили две реснички. Знаете, это похоже на моего друга. У него тоже ресницы большие, и у него тоже... кличка Толстолобик. Я специально, кстати, Толстолобик его назвал. Но я не знал, что у него будет настолько много ресниц. Ладно, и давайте поставим глаза. Почему бы и нет, он будет двуглазым. Хотя, может, еще глаза бусины поставить? Он такой будет. Кстати, прикольно получается, слушайте. Ну, как-то страшно, но ладно. Это ж Толстолобик, почему бы и нет. Хай таким он и будет. Отлично, мы опять спавнимся, и вот теперь мы в новой форме. Бойтесь меня, бей его, куда убежал, иди сюда, говно собачье. Я тебя сейчас убью, ой, нет, тут какой-то, кто это, носатик, блин, я его убью, ему даже не наносит урон, видите, какой он опасный. Получайте, двое получайте, понял, я тебя сейчас добью, куда ты полез, блин. Что, с ним подружиться пытался, да? А я тебе помешаю, ё-моё. Иди сюда, я тебе сказал. Чё ты убегаешь, я тебе говорю. Чё ты убегаешь? Я ж тебя все равно догоню. Блин, я его не догнал. Тут еще какой-то парень появился. Как его зовут? О, я его съел. Или я его не съел? Я его, похоже, съел. А как его звали, блин? Я его в первый раз увидел. Ну, и ладно. Не буду знать, как его звали, но все равно. У меня уже 4 ДНК, и... О, тыкалки не настолько большие стали для меня теперь. А, хотя нет, они все равно тыкают меня, блин. Их только сзади можно убить нормально. И тыкалка съела одного человека. О, отлично, вот этот вот парень, которого я забыл имени. Давайте его попробуем побить. Что, как, что? Как они это делают? Как ты... На! Почему я тебя не могу? Вот, ударил, отлично, наконец-то. И ударил, отлично, опять. Хорошо. Хорошо, теперь у нас есть мясо. Теперь у нас есть мясо. И опять этот высасыватель крови. Задолбал уже. Иди сюда. Иди сюда. Бесишь ты меня. О, новый фрагмент. Хоботок. Вот чем он высасывал. Всеяность? Неплохо. Давайте его поставим. Слушайте. Неплохо будет. Давайте еще вот этого убьем. И точно его поставим. Давайте. Раз, два, три. Сейчас три, давай, ну уже, доедай мясо, и все, мы стали большими, отлично. Теперь, блин, зубастик, ё-моё, а это кто, это что за жалкая пародия на меня? Это милашка, это жалкая пародия на меня, а не милашка, блин, я вначале таким был. Долбаная милашка, брачный зов, давай, спаси меня, брачный зов, нет, блин, где он? Где эта любовь? Где она? Около этого электрического чувака, вот, наконец-то. Наконец-то. Я могу себе поменять на хоботок. Ну, если мне, конечно же, хватит ДНК. Да? Ну, смотрите, сколько хоботок? 25, ага. Значит, убираем глаз и убираем вот это вот. 30, отличненько, отличненько. Вставляем вот эту... Можно две? Можно две, кстати. Вот таким образом, смотрите. Неплохо. А слушайте, так можно. Да, и, кстати, мы можем вернуть глаз, потому что... Ничего не изменилось от него. Давайте это как-нибудь увеличим какую-нибудь часть тела. Мы же толстолобик, мы должны толстыми быть. Хотя, блин, во что он превратился? Лучше... Нет, не глаз меньше сделать, а вот косточку ему меньше сделать. Вот, сосисон такой получается. Ладно, ладно, только ему надо подвинуть эти штучки. Так-то. Вот. Уже это не получается. Ладно, 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 все. Хай у него одна будет. Я не буду заморачиваться с этим. И начинаем высасывать у всех кровь. Ура! И, кстати, мы всеядные, теперь мы можем жрать травку. Теперь мое существо первый раз попробует травку. Наконец-таки, оно, наверное, радуется уже, что оно попробует долбаную в жопу травку. Обожает травку, наверное, теперь, да? Как быстро ее высасывает. А теперь милашку попробуем убить. Милашка, здорово. Эй, ты чё бьешься? На! Вот, получила, да? Получила? Еще хочешь? Еще хочешь? Что так? Такая быстрая, думаешь? Да, ты такая быстрая, блин. Реально быстрая какая-то. О, смотрите, сколько там милашек. Давайте их забабахаем. Хотя они же заодно вроде бы, да? Или нет? Или они тупые боты? Не знаю, не знаю. Но я уже одну почти убил. Убил, отлично. Хорошо. И теперь я могу ее пить. Кровь? Нет, нет. Пока что не могу. Я ее уже выпил кровь. Отлично. Так. Задамажил, и теперь иду дамажить вторую, почему бы и нет, задамажу вторую, вот так вот, и еще раз, отлично, убил, и тут есть, это ж мой,
Это ж мой чувак, да, это мой чувак. Привет, Ластолобик, как дела? Окей, мы скоро уже будем существом, мы уже не будем клеткой. И давайте вот этих попробуем убить. Нет, 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 они слишком опасные какие-то. Хотя, можно попробовать. Вот, отлично, отлично, у меня почти получилось. Давай, давай, давай же, на! Есть, и я разблокировал новый элемент. Электрический разряд. Отлично, я не буду пользоваться, так как... Ну, зачем? Мы уже скоро будем существом, вот. И скоро на этом закончим, кстати. Окей, давайте добьем вот этого вот парня, потому что здесь, собственно, вот этот вот парень пытается этого парня забить. Но я этого парня уже успел бить. Капец, вот это имба, вот это просто имба. Вот, реально, лучше хоботком играть, чем обычным ртом. Хоботком лучше всего играть, серьезно. Вот, можно всех поубивать, но тут пришел какой-то фиолетовый ветерок и хочет меня... Наверное, убить, но я убегу, чтобы он меня не убил. Смотрите, сколько травки, смотрите, сколько травки, ё-моё. О, давайте вот этого электрического убьем. Он все равно меня электризует, несмотря на то, что он маленький, блин. Хм, нифига себе, ему повезло. Ладно, продолжаем есть травку. Где у нас травка еще, которую можно съесть? Вот это вот же. Да, вот это вот. Но она слишком мало ДНК дает. Точнее, не ДНК, а опыта, так скажем, опыта, да. Поэтому я пойду сожру вон того вот маленького... Бума. Бур! Это не бум, это бур все это время был. Ну окей, сожру его. Ну, за него больше ДНК дали. И вот этого сожру, отлично. За него тоже ДНК неплохо дали. О, кто это? Скороплавчик. Скороплавчик, привет, ты слишком скоростно плаваешь. Давай я тебе высосу кровь. Отлично. Один удар еще. И да! Отлично, все, убил. И что у нас тут? У нас погоня. Малыш. Хотя, какой он малыш? Он же движется за зубастиком. Какой он нафиг малыш? Он здоровый, блин, как, я не знаю, как слон. Но я все равно его убил, малыша. И давайте убьем все-таки зубастика, который удирал. А, нет, малыш напрашивается на бой. Он напрашивается на бой. Давай, давай, все. Я высосал всю твою кровь. Напросился, напросился. И теперь скороплавочник. Нет, он слишком скоростно плавает. Давайте вот этого на перекрестке поймаем. И второй раз давай. Нет, он слишком скоростно плавает. О, а я могу у мамани высосать кровь? Нет, у нее слишком хорошая кожа. У нее броня на коже, так скажем, вот. И что? Что это такое? Что? Там какой-то фрагмент. Я какой-то фрагмент разблокировал. И это что? Это я, ура, коллекционер. Откройте все фрагменты на этапе клетка. Отлично, отлично, давайте. На меня два малыша напали. Минус один и меня убивают. Ну нет, ну ё-моё, я даже минус один не успел сделать. Ну ладно. Сейчас перевозродимся и убьем вот этого вот маленького. Маленькую зелененькую козявочку. Нет! Нифига мы не убьем, здесь какой-то большерот. О боже, ну нафиг. Долбанный большерот. Он же меня сейчас сожрет. Да иди ты. Да он мне мешает пройти, ё-моё. Вы мешаетесь мне на пути. Я сейчас жрать вас не хочу. Меня сейчас сожрут, блин. Опять этот большерот. Да какого фига? Вот, получай, сожри вот эту вот ракушку. Нет, только не меня. Ну чё меня? Ну, опять меня сожрали. Ё-моё. Я уже задолбался умирать. Надеюсь, мне опыт не отбавляют. Кстати, мы скоро будем существом. Не хочу я, блин, в редактор идти ваш. Я хочу убить. Убить кого-нибудь и получить за него ДНК. Вот, отлично. Привет, братик. Ты что тут, ешь траву? Ну, я уже больше тебя, братик, поэтому я тебя не вижу. Окей, тогда я съем траву, которую ты пытался съесть. Извини. Все, больше роты получили, да? Я больше стал вас. Теперь все, теперь вам капец. Теперь я вас буду нагибать. Говнюки собачьи, блин, реально, они меня так бесят. И тут еще больше какой-то парень появился. И как же его зовут? Как же его зовут? Мне аж интересно. Загогулина. Загогулина долбаная. Она меня может сожрать в любой момент. Давайте малышам отомстим, потому что они меня в прошлый раз убили вдвоем. И опять два каких-то парня на меня нападают. Сразу два большеротика нападают, но... Я одного убила, а второй куда-то там исчез, куда-то потерялся, куда-то ушел. Ну и мы скоро будем существом, мы скоро будем на этом заканчивать. О, о, я нашел маманю, отлично. Наконец-то я ее попробую съесть. Она вкусная, да. Что, маманя отложила малышей своих? Что, какого фига, маманя и малыши? Довольно связываемые вещи. Еще малыши, серьезно, что их так много? Блин, жрем. Еще малыши. Да что это за спавн малышей так какой-то, блин. Сколько я уже малышей убил? Еще одного хотите, чтобы убил? Давай еще одного убью. Отличненько. А это кто? Это папаня. А, маманя, папаня и малыш. Я понял. Я понял шутку. Хотя это не шутка, наверное, но это довольно смешно. Это довольно смешно, что маманя, папаня и малыш. И малышей много очень спавнится. Вот, например, вот этот вот малыш, которого я убил. Малыш из Барбоскиных, интересно?
О, давайте сожрем вот эту травку и как раз таки малыша. Кстати, что-то клеток очень мало стало. Вообще не попадаются. Ё-моё, это очень тупо. О, ура, ура! Мы прошли этап клетка, и у нас появился мозг, ура! Теперь мы не тупые дебилы-дегенераты, как я. Теперь мы умнее. Поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Ей! Вы прекрасно научились ориентироваться в первичном бульоне. Когда будете готовы вступить в большой мир, щелкните на кнопки графика. Давайте же щелкнем и... Наша история развития. На этом индикаторе показаны все решения, принятые вами на этапе клетка. Эти решения определили те навыки, которыми будет обладать ваш подопечный и весь вид на дальнейших этапах эволюции. Какой путь выберете вы? Окей. Сначала первое поколение у нас был вот такой дебильчик, потом второе поколение, третье поколение, четвертое поколение. Ну, у меня было всего 4 поколения. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Ну, а если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк. Если понравился мой канал, то подпишитесь. Ну, а с вами был я, Хайскалер. Всем удачи, всем пока! Пока-пока, ребятки!